Продолжается всероссийская широкомасштабная тренировка сил гражданской обороны. В Якутии в ходе второго этапа проводятся показательные практические мероприятия по гражданской обороне, а также практическая отработка вводной по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Якутска. С подробностями Виталий Абрамов. Второй день широкомасштабной тренировки начался с демонстрации населению практических действий сил гражданской обороны на базе защитного сооружения Якутской ГРЭС. Вице-премьер лично проконтролировал и оценил состояние бомбоубежища. Благодарим руководство Якутсэнерго, сотрудников за ту работу, которую они проводят именно в гражданской обороне. И они всегда очень внимательны и очень серьезно относятся к защите населения. Поэтому мы на сегодняшний день приехали посмотреть и проверка. И сегодня проедем на запасной пункт управления. Далее был развернут город жизнеобеспечения в пригороде Якутска. Мобильная база включает в себя подвижный пункт управления главы республики, узел связи и развернутую аэромобильную группировку РСЧС, готовые выдвинуться в любую точку Якутии. Повышает уровень эффективности наших подразделений во взаимодействии поставленных задач, при решении задач. И как бы так этой тренировки в дальнейшем они помогают нам успешно решать поставленные нами задачи. Параллельно в ситуационном зале Дома правительства работает правительственная группа по контролю за проведением штабной тренировки в Улусах республики. Будет проводиться в три этапа в течение 4 суток. Это с 4 октября по 7 октября. В рамках данной всероссийской тренировки будут проверены все спасательные службы, подведены итоги, и после проведения всероссийской тренировки будет объявлен и проведен месячник по гражданской обороне. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.